Друзья, всем привет! Сегодня мы походим, посмотрим, как оформлены в середине сентября клумбы в городе Россошь. Это молодежный центр, кинотеатр «Олимп» и рядом дворец бракосочетания. Вот розы, но уже они, конечно, хорошо распустились, но еще запах приятный от них идет, хорошо выглядят. Там красные уже отошли. Сейчас подойдем. Вот этот вот еще сорт нормальный. Их несколько сортов здесь. Я, конечно, опоздал со съемками. Решил в сентябре поснимать. Но и в сентябре выглядит все очень достойно. Сейчас подойдем, вон там фонтанчик, покажу вам. Подошли, друзья, мы к фонтанчику. Вот кустики мне тоже нравятся, как шаровидной формы пострижены. Хорошо, красиво выглядит. Это дворец торжеств, бракосочетания. Выглядит вот это вот так вот. Фонтан. Мужчина, женщина держатся за руки и образуется сердце посередине. Детвора играет. Вот так, водичка шумит. Вот еще один кустик круглый. Во. Здесь не знаю, к сожалению, вот они, цветы. Я езжу каждый день мимо, все порывался вам поснимать. И вышло все это поснимать в середине сентября. Вот ель голубая, она тут не одна. Сейчас повернемся, вот их там целый ряд голубых елей. Дальше военкомат, там зеленые ели, а это голубые. И вот клумбы, в клумбах вот такие цветы, фиолетовые, розовые. Вот так они выглядят. Это лет уже 10-15. Город вот так вот стал преобразовываться. Стали клумбы разбивать. Деревья не только вот, а как бы обычные. Вот есть там и березы, конечно. Вот. И всякие вот такие кустики кругленькие сажать. Сейчас вот там вот еще есть карета, не знаю. Хотите вам показать карету? Это ничего такого необычного, просто карета в форме тыквы вроде. А тут вот эти уже, не знаю, цвели они. Цветы тоже интересные возле вот этого, вот этих двух кустов. А это вот кинотеатр. Два зала там. «Олимп». Вон они. Синие-красные. Черемуха, не черемуха, деревья. А на той стороне Ледовый дворец и Квантониум. Сейчас перейдем туда и покажу там. А вот, друзья, в районе молодежного центра вот такие деревья. Они темно-вишнево-зеленые какие-то. С этой стороны листья, вот смотрите. Аж вишневые. Это что-то вроде черемухи. Вот они, вот остатки. Наверное, и есть черемуха. Но их вот стригут у нас. Вот они как круглые деревья. Они больше декоративные. Вот они везде здесь в районе молодежного. И вот так они. Мне нравится, красиво выглядят. Сейчас уже немножко подпалил их. Солнце уже середина сентября. Вот остановка. Видите, необычная, в виде зонтика. Кое-кто ее зонтик называет, но это остановка молодежный центр. Сейчас пройдемся дальше, покажу. Друзья, вот так оформлена
клумбы, деревья вот такие. Это район музыкальной школы. У нас магазин Гранд. Просто вот остановился показать, как в середине сентября выглядят клумбы в городе. Сейчас проеду дальше, покажу другие деревья, еще зеленые достаточно. Это, друзья, ледовая арена. И рядом фонтан, но он сегодня почему-то не работает. И вот газон, как бы сказать, подстрижен, но здесь плохо поливали. Он рыжевато выглядит, хотя уже и сентябрь месяц. Рябина здесь. Вот остановка. Все это в одном районе. Вот он, молодежный центр. А это вот я вам уже показывал, вот как оно было весной, в марте. Вот это здание называется Квантониум. Занимаются дети робототехникой. Вот такой вот ближе сейчас подойду. Здесь за траву ухаживают, поливают. Так сухо у нас давно, дождя хорошего месяца три, наверное, и не было. Ну, может, не три, 2,5 точно. Вот поливает, брызгалка вот брызгает. Сейчас подойдем ближе к этому зданию Квантониума. Еще раз покажу вам эту экспозицию, скульптуру, как сказать, поближе. Друзья, есть ролик у меня, как это здание выглядело в марте месяце. Это здание старое, старой школы. Кирпич такой старый, белый, серый уже был. Вот его полностью закончили. И внутреннюю отделку сделали, и внешнюю. Вот так это здание выглядит сейчас в полном отделанном состоянии. Называется Квантониум. Сегодня у нас идут выборы. Это участковая избирательная комиссия. Ну, хотел я вам просто еще раз повторить, показать. В форме шара земного сделаны цифры. Тройки, пятерки, тут корни извлекаются. Ну вот, как говорится, сидит матка муравьиная. Вот два мураша взяли березового. Вот березы, смотрите, какие у нас тут огромные. Взяли березовую вот такую палочку. Один, второй висит. Вот, и хотят они перевернуть эту землю. Дайте мне точку опоры, и я переверну землю. Вот как раз один грамотный, который в очках, как раз у него такое здесь и написано. Вот он рассчитывает, как перевернуть землю. Дайте мне точку опоры, и я переверну землю. Вот такой вот муравей металлический. Такие прутки у него, усы, усища. Это второй. Все они грамотные, в кепочках таких вот. Выпускники какого-то колледжа или университета. И матка ихняя тоже сидит в такой кепочке. И вот они пытаются эту землю перевернуть, которая состоит из процентов, нулей, цифр, корень, низ и так далее. Выглядит все очень интересно. Композиция, мне это нравится. И вот здание этого Квантониума. Здесь робототехника, еще что-то для детей сделано такое, более информатика там, вот такой уклон. А березки вот высокие. Здесь вот по весне, когда я был, здесь еще просто землю разравнивали. Сейчас уже вот травка зеленеет очень хорошо, так поливает, и она красивая. Ну все, друзья, все, что хотел я вам показать на сегодня, это вот этих вот друзей и все, что здесь рядом. Вот буквально в нескольких шагах друг от друга все это находится. Всем, друзья, большое спасибо, всем пока.